Как видно по экрану орбиты, последние сутки прошли для меня примерно так. А меж тем, в Destiny 2 вчера появился новый экзотический квест. Квест на меч Плач, которым владел никто иной, как наш оружейник Банши. Ну или как его правильно теперь называть? Кловис? Но об его истории мы лучше поговорим отдельно, если понадобится. А сейчас давайте все же про задание. Но чтобы потом не отвлекаться, небольшое спонсорское сообщение в начале. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые экзоты, квесты и поручения. Новинок много, а цены снизились. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам. А по коду TripleVibe действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Квест начинается с приглашения Банши 44. Он говорит нам, что у него начинают всплывать в памяти странные картинки с Европой, Экзо, с Вексами, и выдает нам поручение, первым этапом которого станет задание найти три мертвых Экзо на Европе. На самом деле Экзо, чьи тела можно обнаружить в сугробах Европы, больше чем три. Их 9, и собрать их всех необходимо для специального триумфа. О том, где найти все 9 экзо и послушать их истории, я уже выложил видео на канал, одновременно с этим. Ссылку на него я оставлю в описании. Ну а в этом ролике я просто покажу 3 из них, нахождение которых будет достаточно для продвижения по квесту на клинок. После того, как вы прослушаете историю последнего найденного экзо, этап квеста сменится на другое задание – найти огромного экзо, скрытого в комплексе экзонауки Бреев. Отправляйтесь в локацию экзонауки Брея и проходите через двери справа. Раньше они были заперты, а теперь открывают проход к новой части огромной территории комплекса. Поговорив с искусственным интеллектом, обновляем поручение и переходим к любимой части любого экзотического квеста – убийству мобов в патруле из какого-нибудь оружия.
В этот раз вас попросят взять с собой меч и нарубить 100 вексов, 20 из которых должны быть минотаврами. Я сделал этот этап, пробегая первые две комнаты затерянного сектора «Погибель» в локации «Хребет Кадма». Залетаете, зачищаете первый зал, в котором два минотавра, а в следующем убиваете еще одного. И все, возвращаетесь, забегаете снова. Унылый этап, но куда без этого, мы же все же ради экзота трудимся. Зато после этого этапа начинается кое-что интересненькое. Нам нужно поговорить с Вариксом, который расскажет нам, что в комплексе науки Брея что-то выкачивает энергию и просит проверить. Так что отправляемся снова в комплекс и запускаем задание «Старые тайны. Новые испытания». Это особая миссия в сюрреалистичном измерении, с джампинг-пазлами и очень легкими сражениями с противниками. Жаль, что из этого не получилось сделать действительно испытание, но хотя бы выглядит красиво. После таких ярких впечатлений нас снова макают лицом в гринд. Теперь вам предстоит добить порядка 50 вексов с помощью добивающих приемов. За обычных дают 2% к прогрессу шкалы, за вексов с желтой полоской здоровья 8%. Очень интересный этап, который я делал также в лос-секторах. После этого отправляйтесь в новый налет «Хрустальный путь» на Европе и, дойдя до комнаты с финальным боссом, убивайте моба «Непостижимая гарпия», за которую вы получите следующий этап квеста. Завершать налет не обязательно. Вас попросят поговорить с Банши, но нет, это еще не получение экзотика. Банши выдаст лишь старые данные, из которых можно восстановить информацию о древнем оружии. Однако Банши смог разобрать упоминание какого-то бункера на Европе. Единственный бункер на Европе, который нам довелось посещать, это затерянный сектор бункер Е15 в локации руины Ивентайда, до которой ты так любишь кататься на своем Спэрроу, правда? Просто пройдите этот сектор на обычном уровне сложности и послушайте небольшое обращение от искусственного интеллекта Кловиса. Он вызовет вас к себе на помощь, потому что его комплекс внезапно атаковала огромная армия вексов. Поднимайтесь из затерянного сектора и совсем рядом с выходом запускайте миссию «Забытый плач». Проходите ее и в финале получаете тот самый экзотический меч-бензопилу. Поздравляю! Твоя коллекция экзотиков растет. Насколько полезен этот экзот? Поговорим чуть позже в отдельном видео. Мне интересно сравнить его с мечами прошлого сезона, и кажется мне, что этот меч мы будем видеть часто. А на сегодня пока все. Спасибо, что досмотрел видео до конца. До связи.